Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я приветствую вас на канале Про Цветок. Можно сказать, что со дня на день, с часу на час, с минуты на минуту, наш канал будет праздновать свою годовщину. Вот уже год, как мы работаем на YouTube-канале, дарим вам свои знания, свои умения, свой опыт. Получаем от вас прекрасные отзывы, иногда критические, они нам помогают делать наш канал лучше. Получаем от вас советы, от вас получаем новые темы, от вас получаем стихи и, конечно же, много слов благодарности, которые нас и мотивируют, и вдохновляют. Кроме всего прочего, мы также от некоторых наших подписчиков получаем подарки. Настоящие подарки-посылки. Несколько из них я как раз сейчас буду открывать со словами и с чувством огромной благодарности тех, кто нас вот так вот и поздравил, и захотел сделать нам приятно, и мне приятно, и всей нашей команде. Потому что на самом деле Про Цветок – это большая команда, которая работает во благо садоводов, во благо огородников, для того, чтобы вся наша работа была более эффективной, чтобы урожаи были выше, чтобы они были качественными, чтобы не тратить на это слишком много денег, чтобы превращать в какие-то полезные продукты наши знания и умения. А еще обязательно превращать их в приятные чувства, будь то от цветочных, садовых и прочих растений или от общения на нашем канале. Вот первая посылка, которую я хочу вскрыть, это посылка от mfk.opory, это из Москвы. Пришла она мне. Сейчас посмотрим, что здесь в этой посылке. Уверен, что ничего неприличного. Так, по-моему, это книга. Это книга. Да, это книга, и это не просто книга. Это книга вот такая вот автора И.Н. Титов. С такой вот бумажечкой красивой, в очень красивой упаковке. Все очень здорово сделано. Написано, что эту полоску бумаги можно использовать как закладку или скормить дождевым червям. Довольно, довольно любопытно. Я разорву даже. У-у-у. Замечательно написано. Дождевые черви. Руководство по вермикультуре в двух частях. Отличное издание, отличная книга. Спасибо огромное. Я обязательно буду изучать. Очень подробно все прочитаю. Это тем более мне приятно и дорого, потому что один из наших педагогов, который, к сожалению, уже ушел от нас, уже взрослый очень, он очень много времени посвящал изучению дождевых червей и работал с ребятами именно в лаборатории Республиканского центра экологии краеведения. Поэтому в этом есть даже некого рода такой приятный для меня символизм. Еще здесь есть календарик верми. Отлично, как раз будет на 2019 год под знаком вермикультуры. Он у меня пусть пройдет. Это прекрасно. И вторая посылка, которую я хочу вскрыть, наконец-то она до меня дошла. Она пришла из Латвии. Очень приятно. Из Латвии. И она пришла от нашей подписчицы, которую зовут Майя. Я не буду тут все называть. Все-таки это вещи личные, должны оставаться личными. Вот, но давайте-ка я тут вскрою эту. Такая пухлая упаковка большая. Так, таможня ее точно досматривала. Ну, надеюсь, тут, ну, у нас хорошая таможня, ничего не пропадет. Ага, тут у нас конфетки. Конфетки Вильнюс, лайма фирма. Кстати, очень известная фирма, которая производит, ага, открытка. Тут личное, никому не скажу.
Так, таблероны, вкусные такие конфетки, все наверняка... Вообще, мудрая женщина всегда знает, как сделать мужчине приятно. Я очень люблю сладкое. Хотя вредно, но очень люблю. Ага, вот тут есть шоколадные апельсины. Немножко упаковка пострадала, но сами апельсины в полном порядке. Их даже два здесь, таких апельсино-шоколад. Пахнут как хорошо. Это просто красота. Так. Набор конфеток. Все на лайма. Лаймовские конфетки. Мне эти конфетки лайма очень хорошо известны, потому что у моей мамы живет в Латвии подруга в Даугавпилсе. Когда-то она частенько к нам приезжала в Минск и тоже привозила эти конфетки в свое время, там 80-е, 90-е. Это был такой дефицит, очень приятный. Поэтому я поностальгирую над ними и обязательно угощу моих коллег из компании «Процветок». О, я уже все хочу попробовать. Дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители, особенно вот с такими личными, приятными очень подарками. Спасибо вам огромное за то, что вы целый год с нами. И надеюсь, что вы еще долго-долго будете друзьями нашего канала и будете общаться с нами, будете общаться друг с другом, и все у всех нас будет хорошо. Я всех поздравляю. Всего хорошего.